Сегодня у нас, я бы сказал, не заседание правительства, а вот хотел прежде всего всех поблагодарить за ту совместную работу, которую мы с вами вместе в течение этого времени делали. Сделано нами с вами вместе немало, немало сделано во всех направлениях. Считаю, что работали правильно, слаженно, грамотно и профессионально. Для меня Самарская область – это очень хорошая практика, с одной стороны. С другой стороны, я полноправно могу назвать, что это моя вторая родина. Что сердцем я здесь. И все эмоции мои тоже здесь. И этому, и благодаря этому я, собственно говоря, и вот ощущаю прилив собственно, силы, вашу поддержку я чувствую. Этап в жизни пройден. Перед нами стоят другие задачи, особенно передо мной. Где бы я ни работал, чем бы я ни занимался, я всегда буду помогать Самарской области, всегда буду за нее переживать и буду делать все, что в моих силах для того, чтобы на любом уровне поддержать нашу с вами губернию.